В средние века паспортом называли разрешение на въезд в город через главные ворота или порт. Сейчас паспорт – главный документ для каждого гражданина старше 14 лет. Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу и купить билет на поезд или самолет. Сотрудники УМВД по Ленинскому району пригласили 5 девушек и одного юношу, чтобы вручить им первый в их жизни главный документ. Анастасия Лысова пришла вместе с бабушкой. Для нее получение паспорта – долгожданное и очень ответственное событие. Вступаешь уже в самостоятельную жизнь, тем более очень рада, что получила паспорт. Большое спасибо сотрудникам паспортного стола за внимание к молодому поколению. Вера Орехова мечтает стать ветеринаром. Ее любимые предметы в школе – химия и биология. Впрочем, девушка серьезно относится не только к учебе. Для меня это прекрасный день. Это первый мой серьезный документ, с которым я уже буду жить дальнейшую жизнь. И для меня это, мне кажется, самый главный, один из главных дней в моей жизни. Получение паспорта в 14 лет – не просто формальность. Теперь ребята при желании смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Но помимо прав появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. В этом возрасте они еще немножко не понимают, да, для чего им паспорт нужен. Поэтому что в торжественной обстановке, да, немножко рассказав, в какие сроки меняются, да, какие административные правонарушения могут быть. То есть, как бы, я думаю, что только плюс им, как бы, и родителям приятно. Еще школьники, но уже полноправные граждане нашей страны, они прекрасно понимают, что с получением паспорта начинается новая жизнь, которую многие из них вечером встретят за праздничным чаепитием. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.